Всего за год Франция удвоила дефицит торгового баланса. С чем связан этот исторический антирекорд? Сможет ли Европа ездить на машинах без российского дизеля? Насколько выросли цены на заправках и почему электричество во Франции снова подорожало? Привет, я Таня, живу в Париже и представляю вам свежий обзор французской прессы. Напоминаю, что мы с вами читаем статьи на экономические и социальные темы, а ссылки на все материалы, как всегда, ждут вас в закрепленном комментарии под этим видео. О чем написали крупнейшие французские СМИ на этой неделе, узнаем прямо сейчас. Во Франции зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса. В прошлом году он составил 164 миллиарда евро. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2021 году. Тогда дефицит составил почти 87 миллиардов. Получается, буквально за год цифра удвоилась. Что такое дефицит торгового баланса, простыми словами? Это когда страна потратила больше денег на покупку каких-то товаров, чем заработала на продаже собственных. Кстати, по данным французского института статистики INSEE, в последний раз положительное сальдо торгового баланса, то есть когда экспорт преобладал над импортом, было зафиксировано во Франции аж в 2002 году, 20 лет назад. Министерство внешней торговли Франции поясняет, что дефицит возник из-за роста цен на энергоносители. В прошлом году они подорожали более чем в два раза. Я напомню, что из-за проблем с атомными станциями Франции пришлось покупать электричество у своих соседей. Вторая причина рекордного дефицита – обесценивание евро по отношению к доллару. Однако в сфере услуг, напротив, был зафиксирован профицит в размере 50 миллиардов евро. По мнению Минторговли, помогло восстановление туризма и хорошие показатели морского транспорта. Кстати, торговые отношения Франции и России газета «Фигаро» вынесла в отдельную статью. В ней говорится, что из-за санкций товарооборот между странами сильно упал. Французский экспорт в Россию сократился вдвое. При этом импорт товаров из России резко подорожал. Счет за российские энергоносители вырос для Франции на 60%, до 17,5 миллиардов евро в прошлом году. «Фигаро» отмечает, что Франция покупает все меньше и меньше российского сырья. Например, российский сжиженный газ заменили поставками из Америки, Катара и Норвегии. При этом доля России в общем импорте товаров остается умеренной – чуть больше 2,5%. Но эта цифра вряд ли будет расти в ближайшее время. Санкции не отменены, и такая перспектива не маячит даже на горизонте. Еще одна заметная тема во французской прессе – это эмбарго на российские нефтепродукты. Напомню, что в начале недели европейские страны отказались от покупки российского топлива и ввели на него потолок цен. Для нефтепродуктов низкой степени очистки, мазута, например, цена установлена на уровне 45 евро за баррель. Светлые нефтепродукты, вроде бензина и дизельного топлива, должны стоить 100 долларов за баррель. Газета La Tribune, как и большинство французских СМИ, считают, что России будет больно, ведь еще в начале прошлого года Евросоюз был основным покупателем российского дизеля – почти 700 тысяч баррелей в сутки. К концу года покупки сократились и составили 450 тысяч баррелей. Издание пишет, что у России нет других покупателей на такие объемы топлива, поэтому ей неизбежно придется сократить добычу нефти и ее переработку. Но все равно примерно четверть дизельного топлива на рынке Европы российского происхождения. Это, кстати, данные американской компании Standard & Poor's. То есть зависимость Евросоюза от российских нефтепродуктов хоть и снизилась, но не испарилась. Поэтому газета «Фигаро» задалась насущным вопросом. А смогут ли Европа и Франция ездить на машинах без российского дизеля? Еще год назад на долю России приходилось треть всего потребляемого во Франции дизельного топлива. Однако сейчас поставки упали со 168 тысяч баррелей в сутки до 7 тысяч. И как и другие страны Европы, Франция заранее начала замещать российский дизель поставками из других стран, таких как Америка, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. То есть получается, что дефицита топлива на заправках ждать не стоит.
А что будет с ценами? Аналитики, опрошенные телеканалом ТФА, говорят, что цены расти не будут, потому что они уже достаточно выросли в преддверии эмбарго. Но французские заправки, похоже, с аналитиками не согласны. Бензин и дизель на АЗС подорожали почти до 2 евро за литр. Это самая высокая цена за последние полгода. Только за месяц дизельное топливо подорожало на 18 центов. То есть заправка бака в 40 литров стала дороже на 7 евро. По данным Французского союза нефтяной промышленности, дизельное топливо является самым используемым в стране. Им заправляются 73,5% автомобилистов. Французский автопарк состоит в основном из дизельных машин, и на другие типы авто люди пересаживаются очень неохотно. Скажем, в прошлом году на долю электрокаров пришлось не больше 20% продаж всех новых машин. А все потому, что электрика по-прежнему слишком дорога для французов, а зарядка такой машины в последние месяцы неприлично подорожала. Я, кстати говоря, рассказывала об этом вот в этом видео. Глядя на стоимость бензина, французский нефтяной гигант, компания Total Energy, задумалась над тем, чтобы предоставить автомобилистам скидку, если цены на горючку превысят 2 евро. Осенью прошлого года Total уже применяла дисконт 20 центов за литр, и это обошлось ей в 550 миллионов евро. Кстати, деньги на новую помощь у компании есть. В середине недели Total Energy представила отличный годовой отчет. Прибыль группы составила 19,5 миллиардов евро. По словам гендиректора компании Патрика Пуяне, рекордную прибыль принесло производство и продажа сжиженного природного газа, который в прошлом году сильно подорожал. Total, кстати, является вторым по величине мировым производителем этого продукта после британско-нидерландской компании Shell. При этом французская группа потеряла 15 миллиардов евро, поскольку прекратила свою деятельность в России. Интересно, что Патрик Пуяне раскритиковал введение эмбарго на российские нефтепродукты. По его словам, он принял это решение политически, но оно заставило европейцев покупать дизельное топливо в Индии и Китае. А ведь, по сути, это та же самая российская нефть, которая едет в Европу более длинным путем. Глава Total осуждает влияние на планету этих новых нефтяных маршрутов. Во вторник во Франции прошла уже третья общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Напомню, французские власти хотят, чтобы граждане выходили на пенсию не в 62, а в 64 года. Однако сами граждане и представляющие их интересы профсоюзы с этим категорически не согласны. Первые две демонстрации 19 и 31 января по официальным данным собрали на французских улицах больше миллиона человек. В этот раз цифры оказались немножко скромнее, 757 тысяч по данным полиции, ну а профсоюзы, как всегда, насчитали гораздо больше, около 2 миллионов демонстрантов. Как и в прошлые разы, была нарушена работа железнодорожного и городского транспорта, детских садиков и школ, нефтеперерабатывающих заводов и предприятий энергетики. В аэропорту Орли был превентивно отменен каждый пятый рейс. Интересно, что забастовочное движение стали поддерживать мэрии французских городов, в том числе Парижа. В день прошлой забастовки столичная мэрия закрылась в знак солидарности с протестующими. Министр труда Франции Оливье Дюссо назвал это решение неприемлемым и раскритиковал парижскую градоначальницу Ан Идальго. Тем временем сама реформа, которая поступила на обсуждение в парламент, собрала более 7 тысяч поправок. Дебаты были жаркими, и противостояние защитников реформы с ее противниками продолжается. С 1 февраля во Франции выросли счета за электричество на 15%. Это запланированное увеличение. Дело в том, что правительство ослабляет действие тарифного щита, который был введен осенью 2021 года и ограничивал рост стоимости газа и электроэнергии для потребителей. Получается, что теперь счет за электрическое отопление в доме площадью 100 квадратных метров, например, вырастет на 260 евро в год. Журналисты отмечают, что увеличение тарифов коснется примерно 20 миллионов французских домохозяйств. При этом ценовой щит продолжит применяться до конца этого года и обойдется государству в 27 миллиардов евро. Без тарифных ограничений сумма в платежках выросла бы вдвое, указывают авторы статьи.
Тем временем пекарни, химчистки и другой мелкий бизнес переходят на ночной режим работы. Стоимость энергии в дневные часы зашкаливает, и чтобы не разориться, маленькие предприятия предпочитают работать по ночам. Владелица химчистки из города Динан вынуждена запускать свои стиральные машины после заката. Ее счет за электроэнергию вырос в 4 раза, и даже льготный тариф от государства, который она оформила совсем недавно, все равно не позволяет ей вернуться к нормальному дневному режиму работы. Похожая ситуация у владельца блинной в Ларьяне. Его счет за энергию вырос с 2,5 до 8,5 тысяч евро. И чтобы хоть как-то сэкономить и не закрыться, ему приходится работать по ночам. Ну а бретонские производители куриных яиц решили полностью остановить поставки своей продукции в магазины. Причина – все те же растущие счета за электричество. Производство яиц подорожало вслед за энергией, и они требуют повысить цены на свою продукцию на 10%. Заводчики курни сушек пришли в один из супермаркетов и наклеили на коробки с яйцами важное объявление. Наша работа не оплачивается, а в случае с яйцами высшего качества мы вообще теряем деньги. Один из производителей говорит, в день он собирает 5700 яиц, за каждое из которых получает 18 центов. Чтобы получить хоть какой-то небольшой доход, его яйцо должно стоить дороже на 2-3 цента. Сам он не платит себе никакой зарплаты, а его расходы постоянно растут. Друзья, вот тут рядом со мной сейчас появятся другие видео, которые я приглашаю вас посмотреть. Ну, например, видео о том, как Франция пытается отказаться от дизельных машин, но у нее это пока не очень получается. Также вы можете поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну и, конечно же, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго, буквально до следующего видео. Обнимаю крепко, жду ваши комментарии. Пока-пока.